В Северной Осетии выявили 20 новых случаев штамма омикрон. Все больные на амбулаторном лечении. Об этом на заседании оперштаба сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов. Он также отметил, количество зараженных коронавирусом за 5 дней возросло на 10%. Главный санитарный врач республики порекомендовал при возможности перевести на удаленный режим работы 50% сотрудников. Сергей Миняйло поддержал предложение. Соответствующий указ будет подготовлен в ближайшее время. По словам министра здравоохранения Суслана Тебеева, в медучреждениях развернули 768 коек, из них 34% свободны. Еще 720 при необходимости развернут в РКБ. Растет и количество обращений в скорую помощь. Глава региона отметил, все лаборатории по выявлению COVID-19 должны работать в круглосуточном режиме. Тест-системы для выявления омикрона штамма коронавируса республика получит в ближайшие дни. В три раза чаще стали болеть и дети. По словам руководителя Минобра Эллы Алибековой, 67 классов закрыты на карантин. Сергей Миняйло заявил, в случае ухудшения эпидситуации министерство должно быть готово к переводу школьников на дистанционное обучение.